сублимировали, сублимировали. Да не вы сублимировали. А сегодняшний концерт посвящается великому португальскому тренеру Жозе Жезужу. А кто такой Жозе Жезуж? Жозе Жезуж — это человек, который придумал тест на пьянство. Оле! Володя, дай мне злости, дай мне агрессии, понимаешь? Не, ну, я как бы, вроде, ну, я агрессию даю. Ну, старайся, старайся. Я не вижу, я не вижу. Лучше, лучше. Музыка, друг мой, это способ передачи эмоциональной информации с помощью звуковых волн. Понимаешь? Звуковых волн, Володя. Блядь, я не... Кисти, кисть, кисть, кисть. Серёг, погоди, ты только что завязал. Мы месяц на реабилитации. Ты что, держись. Дело в том, что наш друг Базин, как это сказать, даже неудобно, подсел на кисть. Сел на кисть. Главное, Серега, не надо бояться себе сознаться. Первый шаг – это признаться себе, понимаешь? Да, да. Все, я не могу, могу. Не могу. Холонов Жозе Жезуж осуждает. Ну нет, я, конечно, страдаю вот от этого, но не то, чтобы я хотел бросить этот... Человек с зависимостью – большое горе в семье. Большое горе. Чур, я начну с этой. Ну, что ты пишешь? Я пишу: это моя кисточка. Шайбу, шайбу. Как это так? Станусь мясом для наших бунтарей. Если хотите, чтобы повстанцы стали мясными бунтарями, пришлите вот этот штрих-код на номер... И 2000 рублей. Как это? Как? Немедленно. Туда-сюда. Вырубай его. Там mm-hmm. очень много психоделии, мелодичные, взятые из гражданской обороны. Ну, не взятые, а на... присутствующие. Присутствующие, как, которые инфлюенсировало таким образом творчество Гагинатора, что...